самое. В атаку. Алексей. Да. Рубрика «Неожиданный влог». Рубрика «Неожиданный влог». Ты всегда должен быть готов. Первое. К удару рукой. Второе. К удару ногой. Третье. К тому, что к тебе подойдут и скажут «Неожиданный влог». Поэтому ко всему мы готовимся. Оп. Дети почему-то думают, что их наказывают для того, чтобы над ними поиздеваться. Но на самом деле... Хабибис может быть, но на самом деле сама мысль основная в том, чтобы показать, что они на самом деле могут быть могут больше сделать, чем им кажется. Потому что они... Ну, за что их наказали? За то, что они с утра пришли не вовремя. То есть они думали, я не могу встать, мне так тяжело. Они пройдут два круга гуськом и сразу поймут, что они могут гораздо больше, встать даже раньше. Очень правильно я говорю? Да. Познавательный, кстати. У нас продолжается аттракцион невиданной мотивации и просто удивление тренера. Ребята украли инструменты, без заданий, без ничего сделали. Роду сами, прям как иллюстрация того, про что мы говорили, что настоящая эффективность измеряется не планами и графиками. Настоящая эффективность получается так, когда ты, не давая задания, без давления, а люди просто потому, что они чувствуют душевный подход, зажигаются, находят себя и просто делают роду, потому что просто это надо. И вот, пожалуйста, побежали рода, тренера. Дети, подростки, все вместе, без руководства, без ничего. Короче, я просто в шоке, я просто от души в теме. Так, рубрика «Внезапный влог». Как вы решили сделать роду? Все началось именно с вас, я слышал. Идея поступила от Пети. Да. Так. Потому что мне показалось, что рода была не короткой. Ну, все быстро выходили, мешали. Да, и мы не успели нормально играть. Ага. И поэтому мы решили сделать свою роду, попробовать сделать так, чтобы роду начали дети, и туда пришли взрослые, и там много детей. Да. Круто. Я к вам почти пришел, у меня одно дело решить. Тут и шел на роду, ага. Но чуть-чуть не дошел. В следующий раз дойду обязательно. Хорошо, большое спасибо. Да. Спасибо. Оп, все. Огонь. Итак, завтра не будет зарядки.